О, гусям бы подъехал. Стоя на связи в ломбарде. Ну и Генри, конечно. Он упошел, как всегда, срать. Без этого никак. И у нас, как всегда, напарники. И ответы на ваши вопросы, как мы и хотели. Ну что, Генри, ты готов? И мы запускаем. Давай, Генри. Да зачем ты выключил мне игру? Ну ладно, сам. Одна секунда. Я успел. Если ты не будешь мне помогать, то мы не выиграем эту игру. Хотя сейчас твоя помощь в принципе не нужна, но ты мне поможешь ответить на вопросы, окей? Давай, гусь. Генри, пока ты ищешь карту, мы ответим на вопрос. Естественно, его задает Смоук. Какая твоя любимая игра? Честно, моей любимой игры как таковой нету. Я очень много играл в разные игры, начиная с... со стратегии. Но, скорее всего, я в нее уже не играю, но за душе у меня отложилась игра Самп. И, наверное, World of Warcraft. Это была 3.3.5A версия. Там, где ледяной этот король был. Вот просто я обожал эту игру. Она такая клевая. И, естественно, Самп. РП сервера. Твиш, Париж, все дела. Ну, поняли. Привет. Здравствуй. О, мэн. Игра начинается с вопроса, сколько тебе лет от Муна? Ну, знаешь, сколько мне лет? Мне 6. Ну, я всегда говорю, что мне 9. Поэтому мне 9. Не обижайтесь. Генри, уйди. 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 Уйди, я тебе сказал. Спасибо. А то жрет все, что не попадя. А потом жалуется на свой живот. Оу. Ха-ха-ха. Отлично, просто отлично. Отлично, затащили и вопросы от зомбера. Привет, ломбарди, скажи, о чем ты мечтаешь в будущем? И представлял ты когда-нибудь в жизни 1 000 000 подписчиков на ютубе, которым ты, надеюсь, станешь? Честно тебе скажу, нет, не мечтал, потому что это, ну, такая очень долгая, это очень долго ждать этого. То есть я не могу тебе ответить, что я этого думал, но очень хочу, это будет классно. Не знаю, где он. 1, 2, 3. Ха-ха! Док? Генри, ты док? Генри, это жесть! Это жесть! Генри, что за игра? Что происходит? Они вообще из какой планеты? Наконец-то, вопросецки подлетел. Сможешь ли ты прожить неделю без игр? Вопрос отлил, рулил, в трусы пролил. Оу май! Вот это килл был, вот это килл. Смогу ли я прожить неделю без игр? Ну, честно, если не записывать ролики, просто жить для себя, заниматься чем хочешь, супримка подъехала, уф, уф. Вот, то лил, изи. Но так-то тянет. Так-то тянет. Peace days. Нормальный ник. Пиздец, это... Вот это его ник, да? Почему именно видеоролики, а не стримы? Какая у тебя есть мечта? Если не секрет. Да, секрета нету. Почему именно видеоролики? Мне нравится уделять время монтажу видеороликам и, понимаете, меньше воды, меньше вот этих ошибок, всего вот этого. Вот, именно поэтому. Козлина. Ну, ладно. Привет! Я думаю, ты не обидишься на меня. От Жечки. Не хочешь попробовать поиграть с сервисом 2? Ну, знаешь, игра очень интересная, и почему бы и нет. В ближайшее время посмотрим, скачаю, куплю и, возможно, сниму. Спасибо тебе за вопрос. Опа, вопросик подъехал. Как какать, Генри? Ха, а вот Генри знает, как какать. Он сейчас тебе покажет. Он в этом спец. Иликс. Генрикс, Иликс. Как ты думаешь?
Эдмикс, Эликс, и так расскажи свою мечту. Насколько сильно ты любишь своих подписчиков? Ну, подписчиков люблю очень сильно. Серьезно, на стримах это такая отдача огромная. Спасибо каждому, кто приходит на стримы и смотрит мои видео. А моя мечта? Моя мечта. Это... попасть когда-нибудь, ну, если по YouTube, то это попасть в рекомендации на верхушке. То моя мечта — это попасть в рекомендации когда-нибудь, именно в тренды YouTube. Не знаю, как это возможно, но я надеюсь, это возможно. Генри, давай вопросы. Вопрос хочу. Генри, вопросы. Что я тебя жду? Если ты будешь долго нести вопросы, я на тебя обижусь. Бокс, угадал? Генри, он угадал? Угадал. Генри, хватит, ты что за гонки у тебя сегодня в выпуске? Генри гонщик, самогонщик. The Oval Skippo. Я очень жду ломбарди, когда купит себе ламбу. Снимет нам GTA, где он катается на ламбе. И вот вопрос, ламба, го в КС. Вот этот поворот. Я в КС. Вот этот второй поворот. Да, Генри? Мы КСеры, получается. А, ну зачем так делать-то? Лил. Рулил, в трусы пролил. Вопрос, подъехал. Ломбарди. Это ламба? Бар? Или барди? Или малобар вообще? Честно? Не знаю. А как узнать? Не знаю. А ты как думаешь? Лил, пролил в трусы. А? Генри. Уйди от прицела, Генри, надоел. Не-не-не. Споткнулся. И Дикий Ворон задает вопрос, какой твой любимый аниме? Честно тебе сказать, если покемоны считаются аниме, то это мой любимый. А так никакое. Потому что я не смотрю аниме. Как это грустно не звучит? Ну, я не презираю анимешников. Это классные мультфильмы. Нарисованные все делишки. Проблема задает вопрос. Как ты часто... как ты часто дрочишь? Если считать CSGO, что я дрочу, то часто. Кого угонен? Интересно. Угадал? Я угадал. Чумовой динозаврик. Вопросы. Будешь снимать с подписчиками? Ну честно, сейчас пошло такое время, что я не успеваю подписчиков найти для плату или на игры. Я просто беру и делаю стримы для вас, чтобы вы смогли со мной поиграть. А Имка подъехала. Че есть-то? Ват? Что ват? Поспи немного. А то устал, наверное. Ван Гог спрашивает меня, сколько времени уходит на монтаж видосика. Честно, очень сложно сказать определенное время, но... уходит очень много времени, иногда по 3, иногда по 8 часов, все зависит от чего. Правильно. От того, что я монтирую. Очень сложно идет КС-ка, потому что ты снимаешь очень много контента. Очень много контента снимаешь и вырезаешь очень много. Снял ты 5 каток, из этих 5 каток у тебя там по часу они идут, да, и ты вырезаешь там, подай бог, 2-3 минуты с каждого. Вот, поэтому все сложно. Оу май. Тю! Ну что ж, вот и подошло то самое время понять, чей вопрос самый клевый, который, ну, мне очень понравился, правда. Не то, что надо было смешно писать, но он зацепил меня с самого начала. Он появился самый первый,
самый первый, и держал свою планку до самого конца. Форест Ли, спасибо тебе большое за твой вопрос. И на этот вопрос напишите, пожалуйста, ответ в комментарии. Я не могу на него ответить. Поэтому, Форест Ли, жду тебя обязательно в Дискорде. Напиши мне, я скину тебе денежку. Ну что ж, видео подошло к концу. Спасибо за ваши вопросы. Они реально были прикольные. Было бы у меня больше денег, я бы скинул каждому, кто написал вопрос. Всем спасибо. Сильно не огорчайтесь на стриме. И вообще, в принципе, я буду делать еще конкурсы. Каждый из вас сможет еще победить. Поэтому сильно не огорчайтесь. Спасибо, что посмотрели. Ну и, как говорится, дальше больше.